проходит наш клуб на финальном этапе в Москве. Дорогие друзья, во-первых, спасибо, что в будний день пришли поддержать нашу команду. Мы давно не играли на нашем стадионе. Но это не наша вина, мы все делаем для того, чтобы футбол в Тамбове был. Что хочу сказать. Наверное, мы пока своим результатом не разочаровываем вас. Но очень приятно, что в наших рядах такие красивые, симпатичные девочки. Вместо с компанией «Фонбет» при вашем голосовании выбрали победительницу. Я думаю, что она достойно будет представлять Тамбов на всероссийской арене. И давайте мы за нее поболеем. Как вы видите, слезы счастья меня переполняют. Спасибо всем огромное, всем, кто поддержал меня. Я счастлива. Я до этого, когда подавала заявку, я ни на что не рассчитывала. Для меня было вообще победа, то, что я вот принимаю здесь участие. А сейчас, когда вот победила здесь и поняла, что столько человек за меня проголосовало и верит в меня, теперь уже хочется и дальше еще победы большой.